Совсем недавно на выставке IFA в Берлине Samsung показала обновленную линейку своих спортивных аксессуаров. В нее вошли часы Gear Sport, браслет Gear Fit 2 Pro и второе поколение беспроводных наушников Icon X. Все это уже оказалось в моем распоряжении, поэтому спешу поделиться с вами своими впечатлениями о новинках. В этом видео расскажу о фитнес-браслете Gear Fit 2 Pro. Обновленная версия фитнес-браслета была представлена в двух вариантах – с черной внутренней частью и красной. Правда, отличия в цвете бросаются в глаза не сразу. Такая себе пикантная изюминка. По сравнению с Gear Fit 2, дизайн особо не изменился. Здесь тот же изогнутый корпус с 1,5-дюймовым AMOLED-ом. Зато поправили очень важный момент, касающийся ремешка. Пускай и редко, но раньше его можно было случайно расстегнуть во время активных занятий спортом. Прошка же получила проверенную десятилетиями классическую пряжку. Так что, как руками не размахивай, браслет точно останется на месте. Сам силиконовый ремешок надежно крепится посредством двух защелок. Да так надежно, что снять его получается не сразу, нужно попрактиковаться. Аппаратная начинка осталась прежней. Браслет оснащен фирменным двухъядерным процессором с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативки и 4 ГБ постоянной памяти. Разрешение дисплея 216 на 432 точки. Также на месте все ранее применяемые модули: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, акселерометр, гироскоп, барометр и, конечно же, датчик сердечного ритма. Функционал последнего прокачали, расширив режимы мониторинга. Настройки предоставляют уже три варианта. Выбор постоянного сканирования позволяет наблюдать за пульсом в режиме реального времени, когда показатели обновляются каждую секунду-две. На основе полученных данных строятся графики и отмечаются минимальные и максимальные значения. Вся информация синхронизируется с приложением Samsung Gear на смартфоне. Поддерживаются устройства, которые работают под управлением Android 4.4 или iOS 9.0 и выше. Конечно, весь функционал браслета раскрывается только с фирменными аппаратами. Приложение позволяет управлять циферблатами, настраивать уведомления и создавать шаблоны для быстрых ответов на сообщения, а также узнавать количество свободной оперативной и постоянной памяти. Кстати, из 4 гигабайт последний свободно чуть больше двух. Ну и этого с головой достаточно, чтобы закинуть на браслет 1-2 треков и обеспечить свои беспроводные наушники музыкой на весь период пробежки. Несмотря на усиление названия приставкой Pro, батарея осталась такой же емкостью, как и у предшественника – 200 мАч. Ее живучесть сильно зависит от сценария использования и активных модулей. Если не использовать GPS, то ее хватит приблизительно на 3 дня, что очень хорошо. А если использовать вместе с музыкой во время часовой тренировки, где-то день работы. Но в любом случае, каждый вечер я ставила браслет на зарядку, где он буквально за час полностью восстанавливался. Так же быстро, как и младший представитель фитнес-помощников. По ходу видео у вас уже наверняка созрел главный вопрос. Где же вишенка на торте? В чем главное отличие от прошлогодней модели? Оно заключается в повышенной защите корпуса от влаги. Gear Fit 2 соответствует стандарту IP68, то есть выдерживает получасовое пребывание в воде на глубине 1,5 метра. С ним можно мыть руки под краном или попадать под дождь, не более. Новое же Pro поколение браслетов сертифицировано по военному стандарту США, поэтому выдерживает давление воды в 5 атмосфер или погружение на глубину 50 метров. Следовательно, обновленная версия отлично подходит для плавания в бассейне или соленой морской пучине. Но исследовать глубоководные просторы с браслетом производитель все же не рекомендует. Новый вид активности на воде требует соответствующего ПО. Понимая это, Samsung укомплектовала свое детище программой Speedo On от небезызвестного разработчика. Приложение ведет статистику тренировки по плаванию. Нужно лишь задать, на какой руке часы, и указать длину бассейна. Все, можно стартовать. Браслет фиксирует пройденный метраж, темп и общее время плавания. Вся информация записывается в специальный раздел, где можно следить за прогрессом. Также есть возможность устанавливать цели, по достижению которых браслет сообщит, что тренировка закончена.
В итоге могу сказать, что Pro-версия браслета Gear Fit 2 стала отличным дополнением в линейке спортивных аксессуаров Samsung, в которой ранее не было моделей с такой высокой защитой. Для нас с вами плюсом является то, что она именно дополняет, а не заменяет предыдущую версию. Прошка обладает несколькими улучшенными функциями. Более надежная застежка на ремешке и позволяет включить в тренировки плавание в бассейне, реке или море. Пишите, пригодятся ли вам такие возможности и подписывайтесь на канал. В ближайшее время я продолжу рассказывать о гаджетах с Ифа. Пока!